комнату. Ура, свой проект я завершила. Вот второе зеркало сегодня прилепила на липучке. Точно по такому же принципу. Можно видеть одно зеркало и второе. Вот я только что из душа. Всем привет, мои дорогие зрители! Сегодня видео у меня будет из рубрики «Дурная голова рукам покоя не дает». Мне пришла, я насмотрелась YouTube вчера, как девчонки делают красивые вазочки, как, вернее, не вазочки, а началось с того, что я стала... Началось с того, что у меня вид такой не очень красивый, без макияжа, без бус, без прически, потому что я пришла из бассейна, и мне нужно было поехать в одно место, и думаю, заодно зайду в воп-шоп и посмотрю, что там есть, потому что идея мне пришла вчера. Идея, как украшают свои туалетные столики, комната, где девушки делают женщины макияж, где они хранят парфюм, ну, туалетный столик, или это туалетная комната, туалетная ванная, у кого это полочка, у кого это столик. Я вчера насмотрелась, и дурная голова рукам покоя не дает, и ногам тоже. И я вчера себе думаю, вот это место... Ладно, я сейчас покажу, что я купила, а потом покажу, куда это я все... Нет, наверное, пойду покажу. У нас жара, у нас 30 градусов вчера было, сегодня опять. Так, вот это место, вот думаю, потому что здесь у меня не было ни шкафа этого с обувью, ни этого шкафа раньше не было. Вот эта картина появилась, она вроде подходит вот к этому шкафу. Платье надо снять. А теперь я решила сделать так. Теперь я вот это вот все уберу, картину эту уберу. На черную вот эту останется полка, с нее все уберу. И, как это сказать, вот этот шкаф тоже хочу покрасить в белый цвет, как чаби шик он называется, такой потертый старый, как бы белый цвет. А насмотрелась чего? Вот у меня здесь есть кое-какие вазочки, кое-какие... Есть хрусталь, есть какой-то... Кое-что есть, но все это надо вот довести до ума, потому что сейчас вот все как-то это все в куче. Да, заодно вот здесь у меня $5, сейчас вам покажу. У нас напечатали 5 и 10 долларов в Австралии новые, такие интересные. Я когда увидела, думаю, может это поддельный, говорю, а что это такое? Она говорит, это такие у нас доллары новые. Как вам показать? Вот. Вот здесь прозрачное окошко. Деньги пластиковые у нас в Австралии. Да, такое интересное. Королева Англии. $5. А с этой стороны вот. Вот такая денежка красивая. Я ее оставила. Думаю, пусть лежит, в России поедет, возьму как сувенир своим кому-нибудь. И вот эти, смотрите, как голограммы красиво блестят. Птичка, что очки. Сейчас очки одену, без очков не вижу. Звездочка. Это что? У него какие-то и птички. Я думаю, это колибри. Вторая, не знаю, какая-то птичка. В общем, наверное, вот с этой стороны надо смотреть. А может, с двух. В общем, для этого она голограммы создана. Здесь тоже окошечко такое. Такие вот деньги в Австралии. Так, это отступление было. Ну и чего? Девочки, мальчики, мальчикам такое видео, конечно, нафиг не надо, поэтому вы его сразу отключаете. Что я хочу сказать? Я хочу вот это все место преобразить. Сюда картину эту уберу. Что-то такое в стиле Прованс, в стиле Чаби Чик. Такое на одну стену. Может быть, это зеркало, может быть, это картина, может, две картины. Может быть, я сама что-то приклею, может, сама нарисую, может, сама... вырежу вот это все, вот это я сниму, сюда у меня другой есть такой красивый белый внутри с розовыми, так с розовенькими цветами, вот потому что здесь вот розовое, это Париж, вот это знаете вы, французские духи такие есть, это мне свекровь, я у нее выпросила эту баночку, уже несколько лет, видно, где-то на дисплее было, вот кто-то ей в
секонд-хенд сдала, я у нее это выбросила. Вот это я покупала, такой пузыречек. В общем, это вот такие штучки, которые пойдут хорошо на туалетный столик. Про вчерашнее видео я насмотрелась, как девчонки делают вазочки с цветами на туалетный столик а-ля Шанель. То есть вырезают этикетку, принтуют этикетку и приклеивают ее на вазочку, вот типа такой вазочки квадратные. И сюда вставляют какой-то такой маленький букетик цветов, розовых, бежевых, кому какой подходит. И я себе думаю, вот мне надо все там убрать, и себе сейчас я тоже это сделаю. И под этим впечатлением я сунулась, говорю, вот я вспомнила, что у меня есть ваза. Вот эта хрустальная ваза, девчонки, абсолютно новая. Ее видно, что тяжелое такое красивое стекло, хорошее. Хрусталь. Я ее покупала новую в вукшопе, может быть, я не знаю, несколько лет назад, долларов тоже. Я не помню за сколько, но я не думаю, что она больше 10 долларов была. Но прелесть, вот она будет отличная. Так, и дальше. Сегодня думаю, что же мне еще попадется. Попалась, а мне попалась. Вот такая бутылка из-под вина. Тоже а-ля какая-то башня. Так она неплохо будет. Ну, не знаю, еще под вопросом. Потому что ее, думаю, можно и покрасить в какой-то цвет. И в золотистый, и в серебристый, и в белый, и в зеленый, и в розовый. Это что мне придет в голову. Посмотрим подальше. И эта вот бутылка стоит... Сейчас я одену очки. По-моему, 4 доллара она. Она у них была высоко на полке на витрине. Говорю, ее можно снять? Парень говорит, можно, сейчас я вам сниму. У нас здесь все продается. Я ее пришла, помыла мыльной водой, хорошо вытерла. 4,25, вот видно. Так, я думаю, будет отлично. Дальше. Конечно, Шанель черно с белым. Вот мне попалась такая красивая рамка под кожу. Because business is personal. Потому что бизнес – это личное. Это надпись здесь такая, я прочитала. Вот черно с белым рамка. 2,25, и она тоже новая. Вот ее видно, что она новая. Она даже не запыленная, хотя я ее все равно протерла. То есть черно с белым Шанель будет просто супер. Дальше. Дальше мне попалась вот такая штучка. Я не знаю, как это... Может быть, это подсвечник. Он отлично подходит. Чаби чик. Чаби шик. Как ни назови, тоже я это вымыла. Я думаю, это похоже на керамику. Такая она. Не пластик. А может, пластик такой? Да фиг его знает. Сделано, по-моему, Тайвань. Может, и пластик такой. То есть туда хорошо и какую-то бижутерию сложить небольшую. И закрывается хорошо. И главное, вот бел с черным и по цвету подходит прям отлично. Отлично. Вот такая груша. Так, груша стоила тоже доллар 4, по-моему. Такая какая-то цена. Дальше в другом магазине мне попались вот такие косметички. Абсолютно новые. Вот эта косметичка от Estée Lauder. Я люблю, у меня слабость на косметичке, а тем более она новая. Я думаю, кто-то сдал, может быть, тот, кто работает с парфюмерией, и у кого есть доступ, или кто-то, ну, я не знаю, но абсолютно новая, со всех сторон запаха. Я всегда нюхаю, запаха никакого нет. А вторая вообще прелесть, Роберто Кавалли. Здесь был какой-то парфюм, или здесь была... Какой-то подарочный был набор. Смотрится великолепно. Такой синий, глубокий, лаковый цвет. Кармашек внешний. Молния, вот звук, если сейчас услышите, послушайте. То есть это звук и молния вот хороших, дорогих сумок. Я как только открыла, я даже ценника еще не видела, говорю, ой, я сейчас ее куплю, потому что должно что-то быть хорошее. Когда одела очки, говорю, ну точно, вот Роберто Кавалли, абсолютно неободранный значок Роберто Кавалли. Внутри написано Роберто Кавалли парфюм, то есть в парфюмерии лежит вот такая порошок, который собирает влагу. Я думаю, здесь
была парфюмерия или какой-то все-таки набор, как мне кажется. Это было $6. Ну, для опшопа достаточно дорого все-таки клеенка, но Роберт Кавалли такой кладчик, просто великолепный, мне очень нравится. Рамка тоже была, по-моему, $2 или $2.50. Ну вот мой сегодняшний набор покупок, а я буду вам потом рассказывать и показывать, что дальше происходит с моими планами и с тем, что я придумала. Как выглядит стиль Чаби Чик или Прованс, вот я вам сейчас покажу, это тоже моя работа. Это была старая-престарая, она есть старая-престарая тумбочка, которая еще принадлежала бабушке Марка. И она такая была страшная, черная. Видите, вот здесь даже дверка одна не держится. Вот здесь такой старинный фасон у этой тумбочки. И он говорит, я выбрасывать ее не могу, потому что мама еще пока жива. Так, зеркало здесь. Поворачивается зеркало вот на таких. Вот на таких креплениях здесь. И пусть она стоит. Я говорю, ну хочет, тогда можно я ее покрашу? Вот это я спросила. Но все-таки это память, и надо какой-то респект иметь для таких вещей. Он говорит, красить, пожалуйста, делай с ней все, что хочешь. И вот из страшной коричневой, черно-коричневой тумбочки превратилась вот у меня такой красивый изумрудного цвета. Это вот надо убрать, это у меня для краски здесь стоит. Выбросить ее надо. Вот такой красивый столик. Ну, красивый. Ну, красивый, некрасивый, но во всяком случае он теперь хоть светленький. Я сюда подобрала вазочку. Это Максика. Дождевик здесь у нас. И к нему вот сделала, смотрите, вот так рамку. Тоже в опшопе нашла рамку. Вернее, это была не рамка, а это была картина в золотой рамке. Вот с такими здесь красивыми украшениями. Здесь вот так сделано. Бумага, наверное, это. И здесь было стекло, и за стеклом была какая-то картина, ну, английский лужок или что-то такое. И я придумала нашу с Марком фотографию, поместила вот, вынула ту картинку, поместила нашу фотографию, и рамочку тоже покрасила, закрасила, и потом стерла губочкой или влажной тряпочкой, стирается, или вот на этой на мебели шкуркой зачистить, потом покрасить, потом тряпочкой снять. В общем, вот большой шкаф тут черный. Вот этот шкаф, я думаю, может быть, я сделаю так же. Ну, какой цвет? Не, белый. Скорее всего, сделаю белый или слоновой кости. Или цвет называется white off, то есть как бы испорченный белый. Все это уберу, все это, потому что уже время все это менять. Это уже здесь большой, как склад какой-то. Поистину, дурная голова рукам покоя не дает. Принесла сейчас краску из сарая. Все, уже шкаф покрашу сейчас за 5 минут. Картину я уже сняла. Сюда вот так примерила, что у меня здесь будет. Сейчас покажу, куда картину пришпандорю. Пришпандорю вот сюда. Оно здесь непонятно. Непонятно где. Это вот у нас в коридоре. Вот в коридоре сейчас на стену сюда повешу. Картина прибила, как она тут и жила. 5 секунд. Все, передвигаемся. Ну вот и все. Мой шкаф закончен. Смотрите, как получилось. Время без 10:04. То есть без 10:05 я включила музыку себе. И вот шкаф закончила. Я надеюсь, Марк в обморок не упадет, сейчас придет. Ну все. Марк пришел домой. Я говорю, сейчас тебя запишу, иди записывай. Окей, you come inside. What do you think? Better than what it was. Oh, I'm glad you like it. Ой, я никак не налюбуюсь. Сейчас включу свет. Где-то свет.
Вот туда поставил вазочку с цветами, повесил вот такую клеточку для птички. Вот я сегодня видела наподобие, $15 пожалела. Ну, не знаю. Поставил туда лилии искусственные. Вообще, конечно, искусственные цветы, ну, я не знаю, не все любят, но я что-то... Ну, во-первых, живые цветы туда, надо туда лезть, наливать воду все время. Я это поставил, вроде они и красивые. А потом, если очень хорошее качество, потому что уже искусственные цветы тоже бывают разного качества. Бывает, что которые красивые. Вот это очень красивый, например, орхидейка такая. Не знаю, ну, посмотрю. В общем, я все... Я теперь вся в планах, говорю. Ну, я вам сейчас себе покажу уставшую. Сейчас сделаю себе ужин. Никакой прически, никакого макияжа. Я одела халат, потому что жарко, и Марк включил кондиционер, ну, потому что в доме жара. Вот сейчас вам покажу. Ой, Марк слижет и лижет. Вкусненько мам тебе дала. Ну, как, лижет и лижет, и ушел, и опять лижет. И у него тут две миски. Ой, ну вообще... И одну, и вторую. Так, а я открыла бутылку вина новозеландского, налила себе бокал вина. Сейчас с удовольствием выпью. И сделала себе вот такой ужин. Здесь у меня курочка. Целую ляшечку оторвала. Ну, не целую, а половинку. Половину с Максом поделилась. Я овощной салат сделала. Здесь и помидоры, огуречек, авокадо. Красный лук, такой колечками порезала, морковку, листья, салатные листья, сельдерей, залила соевым молоком, господи, залила маслом из семени льна. Мне оно очень нравится, оно очень полезное, я про него рассказывала. Тамерик, чеснок и перец. Вот это у меня все. Помидорки мы купили в Костко. Завтра буду вот резать целый ананас, уже готов. Он уже спелый, дынька уже спелая. Я подустала. И, конечно, но с другой стороны... Дело выполнено. Вот мне можно было сегодня ничего не делать или там какими-то другими делами заниматься. Нет, меня понесло. Вот это сейчас в голове все крутится. Сейчас вот здесь организовать, здесь покрасить, сюда надо. И главное, я захожу в этот воп-шоп или секонд-хенд-шоп. И у меня такое чувство, вот, знаете, я так понимаю, охотников, наверное, у охотников такое чувство. Я вот ищу, и вот я знаю, я подсознательно знаю, что я смотрю, куда глаз упадет. И вот это, думаю, что найти. Но я сегодня, вот я вам то, что я вам показала, конечно, я отлично. Мне очень нравится то, что я купила, поэтому за какие-то копейки можно, если есть фантазия. А особенно вот сейчас YouTube, нет у нас фантазии, значит, мы у кого-то подсмотрим. Я же вот подсмотрела, ага, идею, главное получить идею, а здесь все. Здесь у нас уже швея под хвост, и здесь мы уже все делаем. Поэтому, девчонки, вот весна. Сейчас покажу Макс опять, потому что я не могу не показать. Он наелся, все вкусненько, и он сейчас лег. И у меня спина болит. Я сегодня в бассейне назанималась. Такая акваэробика была сильная. Ну, сильная я сама, потому что сильная. Можно просто так болтать. Со мной там две женщины, вот они эти 45 минут, они просто болтают и болтают, ничего не делают. Ну, и вот им нравится болтать, ходить в бассейн. А мне нравится вот заниматься. И приехала вот здесь, вот мне эта идея в голову стукнула, и картинку эту уже повесила. Марк тоже пришел, говорит, как ты картинку повесила, потому что он, конечно, у него вкус есть, он когда видит, он может сказать, да, нравится или не нравится, а вот чтобы представить, вот на пустом месте или из чего-то сделать, вот это ему сложно. Поэтому, когда я смотрю, куда-то мы приходим, я смотрю, ага, вот из этого я перекрашу, вот это я сделаю, вот я дом тоже свой так покупала. Говорю, я здесь все это... Я могу представить, мне очень просто. А вот другому человеку сложно. И опять я говорю, вот поэтому есть YouTube, потому что мы посмотрели, ага, слезали идею, и все. Главный вот. И уже сами думаем, ага, сейчас я добавлю, сейчас я перефразирую.
по-своему. Как вот мне кто-то написал, ой, зачем вы показываете аутфиты, у нас женщины и так хорошо одеваются. Так я, а кто бы сомневался, что плохо одевается? Ну вот мы с подружкой, вот мы с Маришкой встречаемся. Я же не думаю, что она плохо одевается, я не думаю, что, или она не думает, что я. Мы когда с подружками встречаемся, я думаю, каждый из вас так, ага, и говорим, ой, я вот это купила, а я у меня вот такой крем, Марина, а если тебе надо, вот смотри, а я вот такой нашла крем, он дешевый, хороший, а я вот нашла такой вот, например, приправу, а я вот нашла вот такой вот рецепт, а я вот смотри, а я вот купила вот эти за $5 вот H&M такие брючки, вот классно. Не из-за того, что кто-то плохо одевается, а из-за того, что мы же делимся. Это вот жизнь так, как подружки. И YouTube такой, сейчас просто такая жизнь, что интернет, ходить по друзьям, стучаться и звонить, сейчас уже и в России-то никто не ходит, а здесь тем более никто друг к другу так не бывает не ходит, поэтому здесь YouTube открыл, посмотрел, ага, понравилась идея, вот сейчас с цветами с этими, я тоже, наверное, я где-то слезала это, или может я сама придумала, что вот любое, то, что есть в саду, все срезаешь, и все годится в букет зеленый, миленький, маленький, большой, зелененький, розовенький, поэтому... Я очень устала. Я сейчас время 6 часов. Сейчас я допью бокал вина. Поем вот этот вот свой ужин. И у нас сегодня там фильм какой-то хороший. Мы будем смотреть с Марком. Максик лежит, отдыхает. В общем, так, день сегодня заканчивается. Отлично, пока. Зайчик лежит. Вот смотрите, как у меня получилось. Сегодня разбирала здесь вот эти шкафы, все полочки. Выбрасывала кое-чего. Ну, что-то мне нужно, конечно, придумать для обуви. Вернее, я уже знаю, что я уже придумала, только надо это купить. Вот сейчас выходные будут, поедем. Сегодня, завтра свекровь привезем с ночевкой, а послезавтра мы ее отвезем и поедем. Куплю вот сюда такие ящички выдвижные, соломенные, красивые. Будет здорово. Подушечки надо купить вот сюда для этого кресла, для второго кресла. И нужно вот эту вот вазочку доделать. Сюда вот все эти другие цветы нужно. И фотографии, это вот пока временно. Ну так, хоть и разобрала немножко. Вид теперь другой, а то захламляется так все, конечно, быстро. И я очень рада, как получился у меня шкаф. Макс, тебе надо обязательно все проверить, да? Как получилось у мамы. Он храпел за мной, лежал. И сейчас вот загружаю видео, которое с дня рождения с Маришкиного. Ну вот. Кто видел мое видео из античного магазина, вот эта ваза, я, наверное, ее видео помещу под это видео, ссылочку дам, потому что антиквариат, мы ездили в прошлом, позапрошлом или году, с Телмой и с Марком, необыкновенный магазин. Такие красивые там вещи. И вот в подарок Телма купила мне вот так 4 вещички. Вот эту вазочку. Она прошлого столетия сделана. Позолоченное здесь золото настоящее. Очень красивое. Вот эту штучку. Не разбить. Это такая вазочка тоже. И карандаш сюда можно, и какие-то цветочки. Не кверх ногами, я кверх ногами, нет. Держу, не вижу без очков. Очков мне не видно. Что-то долларов 180, мне кажется, она стоила. Вот такая кобра, какая-то египетская. Ну вот я ее сюда приспособила, у меня здесь головы будут. Ну посмотрим, я могу все еще 100 раз переставить. Это мне свекровь дарила, она говорит, это я тебя вот такой вижу, и на мне вот эту статуэточку. Ну а это голова для того, что кто-то учится на парикмахера. Делали на ней стрижки, вот у меня их несколько штук есть, я на них шляпу храню. А перья это с круиза. У нас был какой-то вечер, и мы делали каждый сам себе вот из таких перьев красивые украшения. Ну, у меня есть, кто меня смотрит на YouTube, там все это есть.
вот эту рамку, которую я купила вот за 2,25 в оп-шопе новую. Думаю, надо какую-то фотографию. Вот наши фотографии с Марком телепалась туда-сюда. Одна из фотографий с круиза. Вот я сейчас что сделала? На листок бумаги вырезала белый листок бумаги. Положила эту фотографию. Сейчас я обведу черной рамочкой. Черной рамочкой. И вставлю вот сюда, в эту рамку. Это все у меня вот проект. А пока я загружаю видео. А, вот готово. Сейчас дальше. Ну так, сейчас обвожу рамочку фломастером, чтобы смотрелось красивее. Ну вот, так красиво получилось. Даже в рамочке вот белые стежки получились. Ширина такая же, как вокруг фотографии. Вот, отлично. Завтра сюда купим цветочки красивые. Сюда наклейку сделаю Шанель. И Мэби Ван.